Мы вам даем старт, вы стартуйте в безопасное лето. Летний велосезон стартовал, но перед тем, как выехать на улицы, необходимо повторить правила безопасности и проверить техническое состояние транспортного средства. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно со спортсменами провели инструктаж для юных велосипедистов. Такую акцию в начале сезона в округе проводят ежегодно. Вспомнить же, прежде чем выходить на улицу с велосипедом, вспомнить надо, что надо проверить у велосипеда. Ну, это, конечно же, руль, тормоза, и не забываем про защиту. На любом двухколесном транспорте нужна защита. Ребятам рассказали, что перед выездом необходимо проверять техническое состояние своего железного коня. Важно, чтобы велосипед был оборудован звуковым сигналом и фарой для движения в темное время суток. Как только дети только начинают ездить на велосипеде, им уже нужно прививать правильность поведения, как кататься на велосипеде, где можно кататься, где нужно с велосипеда слезть, чтобы перейти дорогу, перевести. Ни в коем случае нельзя на велосипеде переезжать, а нужно переходить, велосипед в руках держать. Шлем и специальная защита, и, конечно, не забывать о соблюдении правил. Все это поможет уберечь ребенка от травм. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».